22 октября 2017 года в Санкт-Петербурге на Сибур-арене прошел ставший уже ежегодным фестиваль единоборств «Буду чемпионом». Дорогие друзья, 22 октября здесь, в Сибур-арене, мы проводим замечательное мероприятие – фестиваль единоборств. Более 1000 спортсменов. Дзюдо, тхэквондо, киокусинкай, тайский бокс, джиу-джитсу, капуэйра, айкидо – все эти виды спорта соберутся здесь сегодня и покажут свое мастерство. Как и в прошлом году, организаторы мероприятия «Спортивный центр единоборств Fight Club Life» собрали лучших представителей Федерации единоборств в Санкт-Петербурге. Второй год подряд компания «Технопроект» является генеральным спонсором этого невероятного и зрелищного фестиваля. Идея этого фестиваля – развитие спорта в стране в целом, как бы в основном среди молодежи, то есть детей, для того, чтобы у них сразу же проходило становление еще в этом возрасте и правильное направление в дальнейшем жизни они выбирали. Также поддержал мероприятие депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Иванович Барышников. Это же второй фестиваль. Первый он был в Ломоносове, в Манеже, но там было участников где-то порядка 200-250. Сегодня здесь уже более тысячи. Порядка полтора. Два зала заняты. И вы видите, замечательные спортсмены приехали поддержать нас не только, кто единоборство занимается, но и у нас он олимпийский чемпион по гандболу, чемпионы России по футболу приехали посмотреть. Мне сказали, что вы есть и было очень... человек неравнодушный к спорту, человек неравнодушный к детскому спорту, прежде всего, который хочет, чтобы наша страна развивалась в правильном русле, дети были здоровыми, успешными, правильно росли и были целенаправлены не только на победу, но и на достижение результатов в разных сферах для общества, для страны и для себя, и для своей семьи. Разрешите мне от имени губернатора города Юрия Сергеевича Полтавченко поздравить всех с открытием этих замечательных соревнований. В этот день на фестивале собралось более 1000 участников. На открытии свои показательные выступления продемонстрировали федерации различных единоборств. Вы сами посмотрите, что сейчас показывают по телевизору, что у нас такая популяризация, единое распространение спорта именно высших достижений, что на этом можно просто взять и отдать ребенка заниматься просто для себя, я считаю. У нас столько выдающихся людей, столько выдающихся спортсменов, которые именно прославляют наш флаг, нашу страну. Поэтому хотел сказать, чтобы вы находили время, тренировали свою силу, волю на выносливость и были всегда в форме. Успех – это 5% таланта и 95% труда. И пожелайте, Евгений, что-нибудь тем людям, которые со спортом еще не связаны. Они лежат на диване, они иногда позволяют себе лишнего. Занимайся спортом и будь чемпионом. Будь чемпионом, занимайся спортом. Будь чемпионом, занимайся спортом. Приходите в спортивный зал и занимайтесь спортом, становитесь чемпионами. Приходите в зал и будьте чемпионом. Будь чемпионом, занимайся спортом. Будь чемпионом, занимайся спортом. Будь чемпионом, занимайся спортом, иди к победе смело. Будь чемпионом, занимайся спортом. Будь чемпионом, занимайся спортом. Ребята, будьте чемпионом, занимайтесь спортом, и тогда мы будем гордиться не только вами, но и теми тренерами, будем гордиться городом, будем гордиться страной. Будь чемпионом. Занимайся спортом. Вставай с дивана. Будь чемпионом, занимайся спортом. Будь чемпионом, занимайся спортом. Будьте чемпионами, занимайтесь спортом и достигайте побед. Будь чемпионом, занимайся спортом и участвуй в нашем фестивале. Сам фестиваль продлился до позднего вечера и не оставил равнодушным никого. Награды вручали почетные гости и организаторы фестиваля. Сотни детей поднялись в этот день на пьедестал почета.